Всем привет! В этом видео я покажу, как из неисправного водяного счетчика сделать очень крутую самоделку. Итак, приступаем к его разборке. Выкручиваем латунную гайку при помощи плоскогубцев. Внутри корпуса имеется пластмассовая вставка, ее нужно удалить. Штифт, который находится по центру, можно оставить, он не будет мешать. Теперь подкладываем гайку и маркером делаем разметку на корпусе. Линия должна быть примерно 1,5 см от верхней части корпуса. Делим окружность на ровные части, примерно по 1,5 см между линиями. Согласно разметке сверлим отверстие сверлом на 3 мм. Вот так вот получилось. Далее наматываем паклю и закручиваем заглушки. С корпусом закончили, теперь в латунной гайке нужно просверлить отверстие. Замеряем диаметр внутреннего отверстия на гайке. Далее берем металлическую пластину и шайбу чуть больше диаметром отверстия на гайке. Обводим ее и при помощи линейки чертим фигуру, как показано на видео. Теперь вырезаем это при помощи болгарки. Вот такая вот получилась деталь. Теперь в ней нужно просверлить отверстие. Берем гайку, подкладываем шайбу и крепим вырезанную деталь при помощи заклепки. Как видите, это у нас получилась заслонка. Теперь берем корпус от счетчика и помещаем внутрь вискозную ткань. Также можно взять джинс или брезент. Чтобы ткань хорошо прижалась к стенке, я сделал пружину из куска жести. Закручиваем гайку и наша самоделка завершена. Вот такая вот получилась мини-горелка, которая может работать на бензине, керосине или спирте. Теперь переходим к ее испытаниям. Открываем заслонку и наливаем немного спирта. Теперь поджигаем и ждем, чтобы горелка прогрелась. Вот так вот горит, пока не прогрелась. А это прогретая, можно закрывать заслонку и горелка готова к использованию. Как видите, горит хорошо, горелка получилась отличная. Теперь на ней можно готовить или разогревать пищу. Вода закипает очень быстро и расход спирта небольшой. Такую горелку можно брать с собой в поход и пользоваться ей в палатке, угара от нее нету. Кому такая самоделка понравилась, обязательно поделитесь этим видео с друзьями. Всем спасибо за просмотр и всем пока!